Собственно говоря, вдохновляет, безусловно, собственный ребенок. Да, могу сказать, что до рождения моего сына Мирона я практически мальчиков не рисовала. Теперь они просто у меня в каждой иллюстрации, потому что, ну, безусловно, это живой пример. И я всегда смотрю на какие-то ситуации, что-то запоминаю, и потом обязательно это транслирую уже в своих работах. Вот. Ну, плюс он у меня уже достаточно хорошо разбирается в работах, может сказать, это ему нравится, это нет. Но в любом случае, когда я показываю работы, где нарисован он всегда говорит, это я. Я говорю, да, это ты, все правильно.